матчевую конференцию. Слово предоставляется гостям. Сергей Сергеевич, прошу вас прокомментировать ход игры, результаты, ваши впечатления. Ну, в первую очередь, немножко дискомфорт был по поводу закрытого катка. Все-таки мы с минуса, скажем так, первый раз, кроме Хабаровска, зашли под крышу. Сначала тяжеловато было, видно, что ребята задыхались, но потом полегче. И немножко как-то волнительно играли. Конечно, соперник высокого уровня, наверное, с этим связано. Но моментами раскрепощались, получались определенные моменты, плюс голы. Еще раз повторю, что каждая игра для нас в Суперлиге очень полезна, даже которую мы выигрываем или проигрываем, потому что у нас свои цели, свой, скажем, темп развития. И, надеюсь, все будем прибавлять с каждой игрой. Большое спасибо. Евгений Александрович, вам слово. Я, конечно, рад, что мы сегодня победили. Я опасался за сегодняшний матч, потому что очень много физических и эмоциональных сил мы отдали в Казани. Поэтому еще матч ранний был. Сегодня нестандартно подошли к его началу, провели нестандартную для себя разминку, чтобы разбудить организм. Но очень долго запрягали в первом тайме. Опять же, в каждой игре у нас уже последних, наверное, игр 5-6 хромает реализация момента. Мы создаем очень много моментов. Но, к сожалению, с чем это связано? Может, это, наверное, все-таки волнительность какая-то. Еще недостаточно высокий уровень мастерства наших нападающих, потому что в такие моменты, которые мы создаем, их надо забивать. Когда ты будешь забивать вот эти моменты, игра совсем будет идти в другом ключе. А то, что мы не забиваем, поэтому и получаются вот такие вот волнительные игры. Но во втором тайме, уже когда мы забили третий-четвертый гол, я уже дал все-таки своим ребятам, которые имеют мало игровой практики, они сегодня во втором тайме играли очень много времени. И я хотел увидеть от них, что они должны повести за собой команду. Я убрал всех лидеров на поле. Но то, что я увидел, я увидел. Поэтому еще раз говорю, рад, что мы победили, моя команда. 3 очка, едем дальше. У нас сейчас серьезный выезд. Готовимся к выезду. Большое спасибо.